как нужен Бог тому, кто в Бога верит. Как нужен Бог не знающим Его. Никто нужды той в Боге не измерит. Мы все во всем зависим от Него. Бог нужен, нужен каждому на свете, среди всех этих хлопотных дорог, когда в беду попали наши дети, когда болезнь внезапно сбила с ног. Бог нужен в море, когда там несчастье и помощь ниоткуда не придет. Бог нужен в воздухе, когда ненастье и потерял с землею связь пилот. Когда твой друг в горах завис над бездной, а ты никак не можешь там ему помочь. Когда попытки выжить бесполезны, метет пурга, а впереди вся ночь. Бог нужен, когда шахту затопило, а там твой самый близкий человек. Бог нужен, когда старость наступила, и вдруг увидел, как короток век. Бог нужен, когда хлеб в полях сгорает, а долгожданного дождя все нет, когда тревога на душе терзает, а неизвестность все не шлет ответ. Бог нужен людям в трудную минуту, когда надежды в горе нет другой, соломинкой той кажется кому-то Бог, когда земля уходит под ногой. И сколько раз летело в небо эхом: «О Боже, если Ты на свете есть!» Свидетельств много собралось об этом, ответов Божьих никому не счесть. Но иногда бывало слишком поздно, ведь Бог до этого так долго ждал, и кто-то очень страшно, очень грозно свое неверие на земле пожал. Бог долго терпит, ждет, Бог всех нас любит, но есть долготерпению предел. И шанс свой упустив, себя погубит тот, кто нуждаться в Боге не хотел. Не надо ждать, когда камин остынет, когда цветы на холмик понесешь, когда один останешься в пустыне, когда отчаянье в тебе, как нож, как хочется, чтоб Богу приходили не потому, что грянула беда, а потому, что Бога полюбили и власть Его признали навсегда. И хочется, чтоб все могли осмыслить, увидеть, перечувствовать, познать, как нужен Бог, как милостив Всевышний, как хорошо Ему принадлежать. Аминь.